Леонид Александрович Говоров, маршал Советского Союза, герой Советского Союза, кавалер Ордена Победы, академик Академии артиллерийских наук, родился в 1897 году в крестьянской семье. Он участник Первой мировой войны, бывший белый подпоручик, воевавший в армии Колчака, добровольно перешедший на сторону Красной армии и воевавший в дивизии Блюхера. Награжден за отвагу и мужество при Перекопско-Чангарской операции орденом Красного Знамени. В октябре 1941 года он был назначен командующим 5-й армией, которая участвовала в битве под Москвой, а летом 1942 он командующий Ленинградским фронтом. В 1944 году он разрабатывает и проводит Нарвскую и Таллинскую операцию по освобождению Прибалтики, а в феврале 1945 назначен по совместительству командующий силами 2-го Прибалтийского фронта. Когда 1 апреля фронт был расформирован, а все его части вошли в состав Ленинградского фронта, он руководил действиями советских фронтов против курлянской группировки вермахта.